Это А. Так, не вставляй. Так, не вставляй. Добра, и зробим розжатка. Ой, поняли. Уже 20 минут. Ты, может, под попу положишь его пока куртку? Не, я пока куртку. Вот. Да, я не туда. Чем можно будет? Ну, баррикадировалась. Ну, не так пошли. Нажимаю, поняла. Лось. Это знакомое имя. Был лось, да? Был. Я уже видела эту футболку. Лере предлагала, на субботу нужна модель на брови. Говорит,
хочешь пойти? Не, я боюсь. Он говорит, а что ты трусишься постоянно? Я боюсь. Я боюсь. Я говорю, мне что, плохо делали? Я говорю, ну а вдруг мне форма не понравится? Я говорю, сначала тебе мастер сама будет одобрять. Подходит, не подходит. Ну? Давно не тренировался, а то есть. Я не буду слушать. Я говорю, если будет запало в команду, в парк. И давай, иди. Твое дело. Команда. Тут никто никого не держит. Давай, стоп. У мене дві футболки лежить, так ні разу не купили. Які? А, ну їх же тільки принесли недавно. Ми вже не почали. Я предлагав на матч. А я это, я дома оставлю. Только я їм сказала, що плохо чувствую, коли я просто не поїду, бо я не вистачу. Ну, а я тим более одна була. Я посмотрела, что это говядина, и подумала, там нихуя нема, я не буду брать, обойдусь. Кстати, автобусы у нас рабочие все приехали вовремя. Уже 20 минут был первый автобус. Нет, два автобуса. Халеровский был. И наш, наверное. И да, скорее всего, Краковский был. Только вы можете сохранить. Болельщики? Может, их сегодня не было? Ну, у них школа вообще-то детей. Не, не хочу, я уже так не ела. Эти кабанки как раз были. Я покупала в украиночке на сайте, который индюшинную колбасу. Очень вкусно, даже Макс понравилось. Она такая более и не сильно засушенная. И тренируется. Надо на кучу молоко заказать, да? Не знаю. Может, я ему сразу сказала, что он пойдет молоко. Раз не тренируется, охуенно. Вот их держит наконец. Ну, Макс, он же тренируется, что его не держит наконец? Не, да.
там на 2 градуса ниже, чем сады. Але не, бо Даня говорит, что тоже по пару лет. Прошлый матч мог это удержать, не надо. Идем там. А не, бо у нас грамы, так? Да ну не гоните, уже буду. Не, я с этого места уже не сдвинусь там. Может тут удобно. Решает, кого оставить на лавке. Мало мне решает, кого оставить. Ну, сейчас, знаешь, будет это деревянно не может. Голову не жалко явно. А ты не тот же, что туда их сидел? Нет. Вроде нет, но он не сидел. Он просто как-то не знаю. Мимо. Вообще, я как-то с собой слухать не хотел, да? Ну, уже 4 минуты и наверное начало. Зай, может воды попьешь? Ну правильно. А потом отдыхай. Давай. Может игра веселее будет. Да, веселее.
да. Це не лавка. Остат, я усяг, а я так вибачу. Що поїдеш? Півки до водка. Роман, чи вас як тут часу видиш? На трибуну поїдь. Ага, я поняла. Золотина. Да ладно. Вот что он сказал. А, и Давид сидит на лавке? А что это? Или их наконец на самой этой? Наконец. Мы на наказ они просто. За шоу. А что, вас наказали? Ты просто сами отдали жесты. Интересно. Мы просто падаем. Ты так просто. Твое звено по вашему. Насколько оно слабое. Твое, блядь, звено. Уйдите со своей армией отсюда. На улице холодно. Стоим жарко. Стоим жарко. Ilość punktów bije na zamek i się myślę do pani, która pilnuje. Może podkręcić, bo my się potem zabieram. Ale tak samo? Jak? Co? Zmiany. Tam nieinteresno, Dewis. Верни двоих для интересного. Ну, ты его складывай, ну. Это ж... Не тебе, проще похлопать, не тебе. Тут не было того для выхода. А у них тренера нема. Я не видела у них тренера. И там тоже дети видят, что мальчик будет и стоят. Ага, наши ворота там, да? Наши там ворота. Да. А что они хотят? Ворота переворачивают. Або убирают. Мешал. Там переворачивают. А у них там еще кто-то сидит. А у них замена сидит тут. Ну то, что у него там, вот, смотрите, где стоят, в камере еле видно их. Камера слабенькая у него. А, это эти сели сидят. Просто поддержка с той стороны. Так они не на то поле пішли трошки. Это отброска там, все тепло. Веселее там вдвоем. Сейчас еще Саня подтянется к ним. Так, а что там Макс сегодня на той стороне? Они что там? А может потом сюда? Месси на правом скрыле. Боже. Там чуть не упал. О, уже упал. Что-то.
szeroko. No, który? Co ty do niego? Rozpraszaj go. O Boże, co ty? Ну что, сюда, что смотри какие, а? А, наверное, вот это тренер их не нагорит. Опять угловый? Да, был Петрик выбил туда. О, группа поддержки, тебя ждут там, смотри, он на соседнем поле. Там, уже ушли туда. Да. Ля, смотри, встали. Как два. Поняла, я к на выдан. Встали такие на выдан. Медалы на выдан. Да ладно. Вы что, гоните? Минута. Минута. Саня, ты пришел, ты карму нагнал. Посмотри. Минута. Как она, а как их облапошили? Так, а ну кто-нибудь снимайте один шнурок. Мне для игры надо. Сейчас, ага. Мне просто порвались. Я буду их перевязывать. Если разные подойдет. У меня там просто машина. Да трай хотя да. Короче, пизда, да? Серьезно, минута гон. А что там вот, бля, договорись, ёпты. Все хорошо, все нормально. Все нормально вы. Саша, все так и надо. Саня, уйди с камеры. Что ты мне с камеры? Хуйню играете, блядь. Соня! Да ладно, мне тут Давид вообще танцы показывал перед камерой, все хорошо. Давай, давай, давай! Боже, давай! Что у них там происходит? Да. Боже, мать тоже орёт, 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 орёт. Потому что ему видно, а им не видно, и он им пытается подсказать, понимаете? Для первого матча они неплохо справились с первым голом. Мне фермой воняет. Навозом каким-то. Ну удары какие-то, да. Ты как они обходят? Наши просто в кучке бегают за ними. Ну, давай! Давай! Блядь, какие шустрые, а? Ты смотри, как шустро бегают, а? Выйдет, выйдет, выйдет! Ну-ка. Рука была. Он даже не судья, судишь виднее. Мах ты достал ногой. Опа, перехватили. Ну, а у пацана, вот смотрите, какое рвение. Забить минуты. Порнография какая-то. Ага, ну, гляньте, а как обходят мужиков наши? Ну, дети шустрые, что я вам могу сказать? Дети всегда были и будут шустрые. Это дело не в этом, просто они как-то расписались по полю, а наши потерялись. У них план какой-то, видишь? Ну, значит, так надо, конечно. Куба выбил. Там вот... О, они прыгают, скачут, нога. Браво! Добрый! Добрый день! Я не напрягаюсь по этому поводу. Не, ну просто тоже, знаешь, когда проигрывают. Что, пошел свои шнурки снял? Да? Что делать? Тебе останутся?
на трибуні ведеться до протоколу, то не вийде. На поле команды расставляют, как хочется. Это главу только не время вам кидают. Влад, давай. Не дай, не дай! Мать тебе! Хуя же я, смотри. Так. Не полнуй! Браво! Ай, бляха, муха. Промазал. Ну и чё? Ну, они ногами вертят хорошо, прям. Я не ожидала такого. Али, наверное, не крутя. Ну, мы вас от старички уделаем. Они их обходят просто на раз два, смотри. Сейчас будет второй. Они их обходят просто на раз два. Мне кажется, наши даже не выйдут. Они что, бля? Мне кажется, им на лавке запасных будет. Им будет на лавке запасных, я точно за ресницы сидит. 0-0. Эй, блядь, Августин, собрались. Паки! Чем они там гошней? Пак се роби, пак се роби! Ты знаешь, что там нема поемку? Пак! Дуга! Нихуя себе! О, блядь, мам! Он полный правил людей до тега. Почти гол. Ну у них тут полупусте поле, тому що вони всі там, кому будуть. Це, блядь, тут так много.
Ну, хлопчики, пожалуйста. Перелетаю, блядь, мяч. У Макса силы, я не знаю, куда он кидает. Чекайте! Шустрые такие. Серж увел. И угловой. Нашего скинули и угловой им. Да. Смотри, смотри, как бежит. О, я же сказала, что пока их пришли. Вышла. Ага. Школы не мать, а днем. Они тем более близко тут где-то. А что, наших на поле не бать? Одразу лепей на мидже. Блядь, пацаны, давайте, Куба. Он молодец. Блядь. А у них жадные тоже, я смотрю, не передают ничего. На первых минутах. А что было?
Было. Штрафной? За что? Что не помню, что все увидели команды. Да, там вчера. Да, третий раз. Боже. Ой, слава Богу. А что вы подчекаете, слышишь? Мы же должны ждать, пока твои люди вернутся или что? Потеряли? Может, ты дай? Серьезно. Аппаратура. Давай! И никого не ма. Ля-ля, и пихаются, а? А я казала, что... Я говорила, что они будут пихаться. Давай! Третья попытка на гол была. Поговорки, пограй на пилку! Молодец. Давай, давай, давай! Добра! Знай, пожалуйста, только недалеко кидаю, а? Слышь, возмущаться начали, слышь, как головой ему дали, возмущаются как. Скрытая впереди. Что вы все сзади стоите? Вопрос. Блядь, Сержа не услышал. Вот такая. Какую-то технику начали придумывать, не? Что-то технику. Ля-ля-ля-ля-ля. Там пол, там никого не было. Шо он вылетает? Побежал первей наших. Нихуя себе. Блядь. Никого там не было. Давай, ну забирай. Да, давай. Так, кто своего, блин, узнает? Его просто выкликали, тупо всю игру он падал, тупо всю, и нихуя никому не было. Один раз в карту дали, желтую. Что ж он вам так горько не мешает? Как час? Подпадший край, час? 21. Винт играем, так? Я делаю эту замену. Давай,
20 минут осталось. Штрафной. Пожалуйста. Сверх кидай, да, сверх. Только не спинка. Чтоб не перелетіло, пожалуйста. Браво! Это уже сильно было, ладно. И Саня, прилипли все к сетке, прям прилипали. Не, мне понравилось, как Дэвид стоит, так и не так, угловой. Блядь, там сами синие в центре были. Да, а что это, справедливо? А? Не добежал никто. Ну, кинул куда-то там. Ну, ничего. Мало. Они мне втроем на поле напоминают вот это три обезьянки, знаешь? Это тут для меня уже соседка изъявляется. Ну, точно, зоопарк. Мальчики, пожалуйста. Давай, выбей. Ну, выбей. Молодец. Угловой. Молодцы. Нет, не угловой. Засунул под футболку, покрутил под футболку, вытащил мяч. Что за дикость? Там их такие талисман. А где кон? А, он кон. Все поразбегались, а потом... Давайте, хлопці, давайте. Ля, аж шпагат прям ноги роздвигає. Давай, Петрик, малой, давай. Молодець. Молодці, хлопці, давайте. Пожалуйста, давай. Давай. Не мешаєш. Там стоит, понимаешь? Четвертый раз, да? На попытку голову. А, да. Угловой был. Вот тебе подашка. На вас. Опа, опа, давайте, давайте. Вера. Мне кажется, у них тактика какая-то появилась или что? Погонять мяч и поиграть собачку? Давайте. Да и никого нема передать. Ага, сзади. Блять, увели. Молодец, Конрад. Вы голова. Да куда ж ты ему передал сына? Сейчас так не добье. Выбили от них угловой. Давай! 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 Давай
Давайте, давайте! Выводят просто в одну. Моментально. Прямо в руки, Макс. Просто. И прямо в руки. Просто вот вкатилось. Бля, смотрите, Нет! Так, угловой. Не, не угловой. Что, угадай, здесь. Хлопцы, давайте, там никого нема у них. Давай, давай. Просто. Пока. Просто нашим силам даются. Юго! Вылвадай! Там за... Был бы там кто-то. Даже не видят, что там рука была. Что это такое? Убивайте! Нет! Пожалуйста! Да что-то я вообще не могу понять. Разминался и тут. Там тоже стоит. Во втором тайме сделаем. Что уже можно? Тут надо внимательно. Может быть три. Должны быть открыты. Когда был тут матч, тогда были открыты. Что потерял бы ты тот мяч, да, и все, и мы бы гол забили. Что там? Ничего не нравится? Ля-ля. Эй, бежит впереди. А там есть короны? Пиво, пиво, отбрось! Слава богу. Они все равно заметят. Ну, вживую лучше увидишь, поймешь, что тебе нравится. Эй! Не вем, где есть там аптечка? А может, то уж не приносили, не? Нема. Это нема? Я не видела, что вы ее несли, не? Ты можешь открыть себе? Ты хочешь?
Та вставай, лежиш. Время просто тянет. Та тянет время, блядь, что не видно. Ну подлядь сам подлетел, что сделаешь? Оно лучше лежит, понимаешь? Ale znalazłem robotowy. Polany jeszcze. Я не могу понять, почему не пускают наших пацанов. Саню, Давида, все их не пускают, всех наших, Артема. Что это за херня? Я просто не могу так это понять. Запутали наших пацанов. Дай просто подлом! Давай, Мафи! Браво! Мне кажется, Серж сейчас до конца доведет сам. Ему тоже тяжело, что нам доводит, когда толпа лупит. Понятно. Давида надо выпустить. Саню. Дай-ка, мальчики, ну вы должны хотя бы во втором тайме забить гол. А как ваши руки, так сразу, да? Ничего не видно, нигде ничего. Как наших, так надо видеть. Посмотрите, какие у него малявки. Давай, давай! Давай! Блядь, увели. Но через раз перекидывай. Блядь, давай! Такая, такой шанс был. Ой, еще один. Ля-ля-ля. Блядь. Пацаны стараются. В этот раз видно, что они усилия стараются. Если не так въебалась на хтём, блядь. Если так не въебалась.
головой перед коленкой, блядь. Потом... Ну, они, смотри, не хотят на замену. Давай, не снимайся сюда, там, сюда. Давай! Ну! Ну! Давай! Давайте какую-то тактику придумайте. То есть как-то же обходить их надо. Чтобы они устали, блядь, сука. Давай! Сука, давай. Давай, он не на воротах. Ну... И тот развернулся спиной и нихуя не сделал. Да кто там есть на подстике, может сделать? Мартин. Мартин. Опа, опа, Конрад пошел, смотри, в атаку пошел. Тиханул, уже сам пошел. Макс, давай. Сука, давай. Ну, хлопцы, ну давай ты же. Потеряли. Мати, поленись, поленись. Молодец. Молодцы, пацаны, сегодня вообще. Давай! Ну давай! Выйди, выйди, нахуй, выйди, выйди. Смотри, смотри. Подойду и рот закрою ему там. Это крик, кричит, как не знаю, шо, блядь. Блядь, это не ко мне. Thank you.
panowie, pograjmy piłką! Przerwa. Artem, chodź! Artem, dawaj! No, я не там, вот когда они сейчас нужны, там... Какие он манувар? 35. На замену выходишь. Який ти ваш номер? 35. Ага, а там? Хто? Серж. Сережа. О, не вижу. 20, какой-то там, 20 какой-то там. Петр, який номер? Да, на первых минутах 2 гола. И у нас 6-7 раз шансов было, и в итоге не было. Маш, сюда. Мы не видим ничего. Это угловой, блядь, будет, сука. И третий. А что там на ногу наступили, наверное? Бумажука до шрутка. Конрад. До помощи, а Артем налево. Опять налево. Ну с Максом будем вместе там. Ля-ля-ля. Молодцы. Молодцы. Давай, давай, молодец. Давай, давай. Давай. Справа. Сука. Давай. Браво. Курва. Браво. Рот закрой свой. Давай. Сука, это 13-й, я хотел сказать, там шустрый, да? И хана. И хана, давай, Артём, давай! Так, не знаю, наверное, с ногой что-то, может, потянул? Что-то случилось опять. Ну что, хотел лежать ручку. А думаете? Извините. А там что опять? Ну что они? Тянут резину, блядь. Пах потянул. Продолжение следует...
Да ладно, сейчас жара начнется. А Давид, выпустили? Нет? Nie, to możesz iść od razu. Tak, no bo... Tylko do sędziego. Maksim, bo już daj tam, no i tam. Bo mamy zmianę. No. Zmiany очень отличные. Работаем. Co za jogo, блядь. Ты серьезно устал? Устал? Ну, блядь. Это, больше там устал, чем тут, блядь. Panowie, piłka! Выведи его сюда и поставь на защиту вместо него кого-то, да, кто там сидит. Вот это будет самая лучшая защита у нас. И поиграем мы как Карловица 18-0 в Братиславе. Чивамба сюда. 18-0 проебали. Чем ты одеваешь эту жилетку? На самом деле. Судья, она заменила. И шел. Еще мои работники удобны. Ну, то 2-0, сейчас еще 3-4, и будет отлично. Я думаю, уже не будет, они уже там пиздал. Так как он мыслит сейчас, кого заменить, Кшишика или Конрада или кого-то, то... Подумай. Он уже это обсудил. Вот с этим. 23-й, по-моему. Когда можем очки брать, где Саня не в нападении. Можно было бегать и бегать. Саня вышел в место мастера. Значит, он стоит. Только, блядь, отрезал. Прыгают, чихаются, блядь, а спины прыгают только так. И руками. Просто ложат. Сука! Бенджа, эй! А я теперь смогу, курва! Курва, мать, купите! Ой, бедненький, а что такое? Давай в комментариях на камере потом сейчас посмотрим. Мне похуй. Ой, что я вот это хочу? Честно, насчет камеры мне похуй. Все, хорош. Ладно, ребят, я, ребят. Это ее. Вот на золотых будешь платить. Ну тут его. О, Виталика уже, блядь. Опа. Сергей Телефон. Ну на. На ворота. Блядь. Я сейчас выиграл на ворота. Судорога, блядь. Да я не пал, нахуй, сука.
Блядь, сука, даже не так столько зависли было пиздаты. Блядь, спать там не хватало. Ну на. Измена. Ладно, я в тачку. А можно так заменить, да? Я не знаю, но ну, я думаю, что судья не разрешит выйти обратно. Волосы я растрепаю, так он может не узнает. А вы где это нахуй? Маска, хуй. Я не уже другие раз пустить. Я его же... Ну на. Ты с моим кошелька? Это еще не сказано. Ноль, да потому что а на тренировке кто-то ходит у вас? Никто у вас не ходит даже на тренировке, и вас никто не тренирует. Ваш тренер так тем более вас не Юля, тренирует. Ну давай. А что они? Я говорю, потому что они ноют все. Правильно. Нет мне. Как девочки маленькие ноют. Не так у меня только нормально. Поляки что меня слишком понимают? Слишком понимают. А вот хоть понимают, Маша. Мне плевать. По-моему, я тут чуть потерял где. Там у нас. Ни футбол, ни баскетбол. Я предлагаю называть свою команду, потому что я не тебе дал будет перед игрой приносить бумажки, чтобы ты просто прочитал их. Чтобы не подумал ничего. Я вообще. Что, на правду? А можно так? Я? Не может. Не могут. А что Даву не могут поставить туда? Ну, кого, меня? Я вам говорю. Ты ему сегодня не нравишься. Петр! Не сегодня. Угадайте. Да, не, я уже забыл. А говорю, ты ему сегодня не нравишься? А, не так вот я. Нет? А, ты ему дорогу перешел, да? Жестко. Это обида была. Он типа мне говорит, у тебя желтый еще. Давай я на мой возьми. Ну, короче, правильно. Пиздец замены правильные, не? Все, когда вратаря нету, блядь. Это последняя. Последняя, да? Ну точно, пацаны свой талант теряют только просто зря в команде этой. Мы же с ними на воротах стоят. Они не умеют, а здесь они не смогут. Сколько сейчас будет? 18. Сейчас будет Карловица номер 2, 18-0. Реально? Давай, давай. Поможем, говорю, пошли мы дойти. Он же даже мяча не чувствует. Запиши это на видео. Да-да, мы это уже видели. Я Димаш Кумар. Подожди, я сейчас шутку разжаю и зараз спать. Не все так плохо. У тебя еще удача. Удача на твоей стороне, смотри. Ой, да. Ты сразу на ворота бидешь. Я чувствую, сейчас за Брамой раз гол, второй гол. Я даже снимать не хочется. Он мог неправильно упал. Он мог прыгнуть на нее, подвернуть жестко. Дай нас купюра, дай ему! Браво! Он где сюда? Да, да, ты мужик с палмом! Чему? Мужик с палмом!
Добре. Ну так хоть ори, Конрад, грай огульне ниже, юж сейчас. Ниже, як сижки на завтра. О, пухлик. Ты шо, на замену, дитина? Давид, Давид, смотри, какой у тебя конкурент. Давид. Занят. Только немного низкорослый. Где? 10 за 20. У нас тест! Куба! О, Давид нам на нападение идет. О. Сейчас там малый дойдет, там она будет. О, Серж пошел объяснять. Он далеко от ворот, ну куда он выходит сейчас от ворот? А, ну может Серж показать. Он уже не первый раз стоит, это уже нормально. А, да? Я просто не видела, как он на ворота стоит. Он стоял на ворота. Да, это бачила лично. Мы тогда как раз за 10 минут 3 гола и пропустили. А, это когда я была на работе, да? Была на нашем поле. О, молодец. Смачно. О, еще и не мимо. О. Смотри, как он ложится на него. Ты худощавый. Опа, опа, ля-ля-ля. Молодец. Стреляй, давай, подавай, давай. Блядь, ну что ж ты по ногам? Что там? Потянул? Прыгнул мне туда. О, кто упал? Куба упал. Куба. И все право на вам, блин. Ты по затылку спустил, растерялся вот так. Ну, вообще. Они еще растерялся, кажется, попробуйте провал сам. Сейчас они будут падать и лежать. Ну да. Бо, Саня вышел и Давид. И видят, что конкуренты хорошие. Дело не в этом, просто мы уже заебали, что это будет они просто время. Чем мне быть замены сегодня, да. Потому что они не хотят меняться. Где эти, блядь, две банки такие сокращения? Давай! Сейчас, Саня, с Давидом полетели. Оп, оп. О, этот потлатый я совсем слишком это. Ну, блядь, ты в ногах обходят пацанов наших. Они молодняк, что вы хотите от них? Я вижу, два гола на первых минутах. Какие голы, блядь? Ну что ты по голам этим, блядь?
Это на левом фланге, вообще не слышно. Давай! Ай, блядь, фильм. Пока. Выходите. Ай, блядь. Петр. Саня? Блядь, не туда. Может, они сейчас отпустят? Ну давай! Курва. Так, что, сигареты? Буду заниматься рубежом. Давай. Давай! Давай! Вырвал мяч под рук, молодец. Блять, меня комар укусил. Что такое? Замены. Просто неправильная замена. Нихуя себе. Можешь себе пебрать, Да, с первым. В первом тайме рук нихуя не видел, а сейчас руку увидел. Это не рука. А что? Ну его типа ударил. Ну, я говорила. Что робишь, блядь? Чему вы нахуй разу? Тебе пизда нахуй. Ты, блядь, такие брамки нахуй ебашь, блядь. Блядь, с позором бы нахуй использовал, блядь. Ты пока побег в одну сторону, пока перешел уже в другую. Ты ж бобенде, я с Марио, что стоит партий с Мэнтоне, тебе будет секунду. Я не знаю, зачем это он сделал. О! Продолжила. Не знаю. Блядь, просто в ногу вот так вот толкает. Этот стоит такой, понял, блядь. Как, блядь, стендаля, да, там, блядь. Блядь, сейчас сломал бы кого-то, отвечаем. Сейчас
серьезно, надо вот так вот с ним толкать. О, да. Я сейчас попробую. Да. Вот тут. Уйдите с камеры, лазят тут все. Жопы свои показывают. Сука! Да! Ля-ля-ля-ля, бежит как, а? Дима, ломай его! Да ты курва, блядь, паспорт покажи, курва на. Что, пани Сенджа, там так само было, ты? На вас мама жута! Ну, верим. Хоть это, на поле оживились а наши. О, опа, опа. Да ты прям под ножки встал, ну, ты, блядь, робость, глянь. Каким так можно, а нашим нельзя? Ой, супер! Ой, супер! Ой! Ой, что ж такое? Давид, ты что своего напарника у тебя обижаешь? Ну, они только подножки ставят! А Сэм, ну как можно это не видеть? Ай, сука! Браво, браво, Петри! Да, да! Анги! Ханги, звонка. Тут, 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 тема, тема, тема. Нет, все, 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 все. Скажи мне, что? Да сунь тебе трое. Серега, скажи мне, что? Там даги на обгон идут. Артем. Макси, Макси, Макси. Я, блядь, просто далеко с Макси. Я, блядь, постоянно обручён. Макси, Макси, не слышится. Ну, скажи. Ау, ау. О, тут ай видать. Знакомь, окей. Ну, что ж, не вем, играй. Играй. Спокойно. Можешь сюда пойти. Играй в поле, бро. Не, нормально. Они головой... Сука! Какая? Так. Давай, мальчик. Сука! А, все, пизда. О, да куда ты? Ой, ты видишь, он долбоёб. Вдвоем ногу подняли. О, ой. Давай. О, супер. Сука, давай. Ну. Давай, 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 давай. Надо было справиться. Дал газу, блядь. Он, блядь, как то взлетел. Ой, молодец. Давайте, их там мало, давайте. А, уже пока мало. Ну, сука. Ты глянь, блядь. Ой, 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 ой. Ну что там, О! Да, ланге сати. Сука, кончено.
Ale za to zuma, pane sędzio. Ale za krzyk, za krzyk. Ale zuma za krzyk. I za to się pytało. Пиздец. Красную? Бо была желтая, вроде, это пошло, нет? Там три желтых должно быть. Едны! Курва мать, что такое? Стой, и не видят этого, блядь. Нихуя. Давайте, мальчики, давайте, мальчики, давайте. Далеко. Догнал. Молодец. Сука! Это что за дверь? Просто, блядь, попади в ворота. Давай вот так вот. Этот сезон какой-то вообще. Там только Павел ушел. Пришло 19 человек. 19 человек. А толку у нас? 11 человек. Если бы мы сейчас один сыграли, более стал складом, взять это играть. Браво, браво! Да. Эта команда должна играть в максимум 11 человек. 4 вратаря будет. Что это, блядь? Да? Нормально, да, он хороший. Когда-то я видел, что что, наконец-то все выловите. А поставь его уже на ворота. Что нам уже терять? Да, ну они тупо ноги ставят под ножки. И никто нихуя этого не видит. Браво! Давай! Давай! От синих вышел. Ну нахуя, блядь. Есть, есть, есть! Куба! Куба! Деньги. Они тогда, как тебе сказали, что мы не оставляли этой игры? Уже очень смешно приехали. Очень смешно. Такие головы, просто шары взяты. Ни одного такого нормального не было, чтобы они всем разыграли. Один от головы атас, во вторые за мешками. Зай, присядь, ты так хорошо сидишь? Да. Не, ну что, у него же там есть еще два человека, потому что мы с ним не получим. Их надо было сначала. Давай! Затрогал! 3-1. 3-1. Еще два гола забейте. Два. Чтобы... Там осталось 10 минут уже до конца. Ну продлить все равно время там потянулось время. А что такое? Гол забили, кипиш подняли. Так, так. Спокойно. Спокойно. Ой-ой-ой. После первого гола у них должна появиться мотивация, хотя бы какая-то. Вышел. Вот
Опа, увел. Давай. Блядь, далеко. Он специально, он прыгнул просто на него. Что это было только что? Давид, короче, уже разошелся. Ну, вроде и судья ничего не говорит. Не видно, ты сколько, да? А судья проморозился. Ну, слава богу. Я еще там, блядь, не увидел, когда по ногам Влада ударили. На первом тайме пока по ногам лупали. А им же не видно. Не видит, он не видит под ножку, нихуя не видит. Нет! Нахуя ты уходишь в ворот? Не, ну ты был вообще смешно, блядь. Да, блядь, мне кажется, я лучше могу. Повезет или не повезет? Сука. Опа, опа, Саня, давай! 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 Я бы бачила восьмерку, а кто забыл, да, я не бачила. Да, и пилу не дает, смотри. Слышишь, а что он мяч не дает? О! Отстань, Сергей! Отстань, то есть граф, отстаньте! Але прошу пана, не пугай силы, не? Я тебя прошу. Ожидай, пошел сделать сети. Пошел сделать сети для вас. Сиди, ребята. Но не в доме гре, не в доме гре. Не в доме гре. Но будет смешно. Иди на. Там, 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 там. А что такое раскипишился? Блядь, давай судюй! Дай бутылкой вещь на картину, блядь. Уёбищина. Слышишь, мяч не отдает. Ну что это такое? Ну педрила лысая она. О, рискнул, да? В себя поверил. Дали, 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 штротаны, курва! Ну смотри, бедненькие усрали, что им второй гол забили. Сейчас ответим. Иди нахуй, блядь, так слишком такое поблажек, блядь. Пиздец, охуеть нахуй, блядь, сука. А как кипиш? Он сам упал, что эй? Эй, эй, ну вот что это? Золото! Ну, наебись, нарежьте, курва ебаная. А кого скинули? Влада опять? Не гоните. Не, Петрика, я смотрю... Петрика, наверное. А не, Влада. Владу так и везет. Конрад! Конрад! Санчес, мяда! Ale dobra, teraz zajęliście go na pewno. Super, super, Kuba. Kurwa, Konrad. Блять, эмоции еще больше. Ты эту хуйню видел? За эту хуйню желтую дают прямую, если, блядь, не отдают мяч на. Мяч у нас, блядь. Мы имеем право. Просто рядом стоит, блядь, не видит. И он специально мяч не отдает, он забирает его. Блядь. Кто упал? Не, это там в прыжке что-то было. Ой, блядь. Куда ты? Да вернись обратно! Да поебу, блядь! Да ты вернись! Сука, ты долбоёб, ну хули ты с ворот уходишь?
можно я стану на ворота? Я лучше простою на воротах, блядь. Блядь, пацаны, успокойте игру, блядь, еще можно. О, блядь, ты мало вышел. Нихуя себе Петр дал. Вышел. А чё он стоит мимо ворот? Я не могу понять его тоже, нахуя уходить? Ну крикните ему, вы же можете. Хай станет нормально в ворота, шо он ушел? Ворота перепутал. Пиздец. Кому? Нашим? Сюда сегодня одни желтые. Пиздец, один хотя бы сравнять, блядь. Ну шо, Сера, мы ж команда. Ты вышел, я вышел. Я с вами. Ну ты по отсутствию желанию. Ты хотел выйти? Нет, что. Ты же бля хотел, только блядь разбегался нахуй на второй тайм. Я не понял, что это не будет. Чиста нахуй. Ну, уже лучше. Ну, если бы всегда было хуёво, а блядь. А там думаю, что, блядь, не попадут по воротам, понял? Сейчас четвертый гол будет просто напрямую. Никак. Что никак? Как он стоит, говорит? Ой-ой-ой. Ой, Адам! Кого сби Петрика? Блядь. О, пошел нахуй. Да, надавить, блядь, дай ему еще пизды нахуй. Пиздец, охуевшие дети нахуй. В ахуе, блядь. Молокососы, блядь. Блядь, пизда вам была бы, ебаный хуй, блядь. Давайте, хлопцы, будь ласка. Саня? О, Саня, Саня. Давайте, на третий, забейте. Пожалуйста, мальчишки. Что блядь, что с ночи, что-то пенальти не хватило, ёбаный рот, блядь. А пенальти считается когда? Когда в поле, это, когда в поле, как вот, белая полосочка там. Когда вот там, где ворота у них? Когда в штрафную. Я поняла. Давай давить нас, давай, блядь, самое давить, время. Пожалуйста, не переборщи с силой. 3-3, да, может. Да. Еще да. Мы еще можем побороться, еще минут 10 есть. По карточкам, наверное, одинаково. Потом мы проигрываем. Пока не сильно. Давид, не сильно. Блядь, а если бы они вышли первым тайме? Они думали, что они съедят нас. Дави, курва, отец! Иди, иди! Шарки, лысый, паки, паки! Давайте, еще один гол, мальчики, пожалуйста. Теперь понятно, что он напоследок оставил их. Ну вы тоже не забывайте, что у вас на воротах Адам. Посмотрел тут неделю, блядь, ебать нам. Пацаны нас могут выдержать. Оп! Оп! Он сам упал. Все страшно, хоть стоит. Давай, давай. Сука. Саня, давай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну. Сука. Давай, давай. Удар хороший, кстати. О. Под правую. Ну, блядь. Браво, Марио. Браво, браво, браво. А ты видел, когда я кричал, лысый, что-то, лысый, сейчас самое интересное. Ты стоял, блядь.
О, психанул, да? Блядь, хуй! Он, походу, лысый понял, блядь. Видишь, же лысый то же самое. А, это? Да, 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 я сначала сопил лысый. Плаки, плаки, да. Угловой, блядь. Вот угловой, да? Вот мне не нравится, когда они на поле, вот это между собой. Вообще непонятно. Что там, блядь, 21-й здесь не позволяет. Так. А что это они вдвоем прям в ворота заходят? Они, блядь, петухи просто. Ой, Адам, молодец. Хорош. Давай. Хорош. Чувствуйте победу, мальчики, чувствуйте. Да, ну Саня сам стоит. А сколько еще минут? Если ничья, то продлевают еще? Нет. Нет? Нет, это не плывет. Да? Нет, блядь, надо нам. Пиздец, лети на. Мальчики, пожалуйста, давайте. Мальчик, супер. Раша. Сказал 10 минут еще. Ну это когда было? Да давай, давай! Так а что давай, сука. Я там, блядь, один стоит. Да я вообще говорю, что давайте, давайте. Саня, о, давай, да. Давай! Ебана! Ива, сука! Ну не было, блядь! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! А что, не было, не засчитали? Нет, офсайд, блядь. Был. А то не было, эй! А ту, Ган! О, ну окей. Окей, але там как бы не было, не. Эй, Жута, эй! Там было, але ты там. Где Жута? Жута только вот это, червоный, да, здесь, да? Только когда ведет коп, нет, Жута. Давай, давай, Владик, давай. Пожалуйста. Блять, ну он пизда офсайд. Вот когда у меня тогда он офсайд посчитал, там его не было, нахуй. Давай! Давай, блядь! И кто там на подборе, блядь? Блядь, все в куче, они скрутили наших. Давайте, хлопцы, ну давайте! О! Назад нашему отдал ноги. Блядь. Ну, блядь, ну вот этот незасчитанный гол, ну это, блядь, ну это пиздец, да. Давай, Ричард, дам этот, левый защитник остался. Там не было сайта. А. А, ну тут, блядь. Куплено было, да? Этот центральный пошел вперед, понял, а сзади остался. Блядь, если бы не сам он о тебе говорил, если бы не сам, тут 8-0 бы они летели, на. Ну, если бы у меня доичусь пару минут. Але не пару минут, а не вы мили там. Артем, молодец. 8 минут. Так. Виталий спинч лежал, 6 дней было, то есть там 3 минуты. На. А мне доичусь 2 его, кура, еще 3 минуты. Я думаю, ой, ну. Наша! Браво, браво! Молодцы. Офсайд, полите. Ну какой офсайд? Блядь! Супер! Пока ничья держимся, да? Это надо четвертый, пизда. Они так, блядь, это не команда, я не встречаю, блядь. Просто надо было в самом начале не выводить. Вот эти что? Мы всегда играем. Ну нет, он въебал мне голову. Тёма, видишь? Давай, смотри. Не иди на смотри. Блядь, да идите в ворота, ну ты глянь. Заебись, проебывают. Уже все, они теряются нас. Надо лететь с четвертым, блядь. Ну, они теряются, бо им забили гол. Они думали, что они поведут, и мы проиграем, а в итоге оказывается... Да, в первом не играли. Они уже без сил. Да. Они уже иссякли силы. Блядь, вот если мы все свои нормальные ситуации, в первом тайме, 5-7 бы сидели. Блядь, что замену делают? Не бегали, не хуяли. А что замену делают? Не-не-не-не-не-не-не. Ну, добро. Ну встань ты на ворота. Можно спокойно. Да ты еще туда, выйди к нему на ворота. Нам на туре Адам не хочет на ворота бить, не? Там нормально ему? Дай, крикни ему, хай вернется на ворота сраный свой. Не, все нормально, дай. А они так бегают, блядь, Адам даже не слышит обратно на ворота. Блядь. Молодец. Супер.
Дружно тей пилки! Блять, за мать. Лепей, Марио! Гон! Баллоны. Не палит. Да. Не на раз! Так. Сегодня Саня, конечно, заедем. Столько пушечных ударов, которые они просто могли рвать там. Угловых сколько было. Мне не нравится, что там на воротах, и когда угловые... Но! Что? Эй, ну курва, без яй! Пердала сейчас бранкажа и карнего гвизда, ну! Не, ну блядь, это смешно, нахуй! Вам, блядь, не смешно, нахуй! Это позорище ебаное, блядь, друг! Пиздец, нахуй! Я ебал, блядь! Не нажалось! Пиздец. Ile kurwa? Что? Bramka zleżał 5 minut, a ty dwie doliczasz? Kurwa, bramka zleżał 5 minut, 8 zmian było, a ten dolicza 2 minuty, no. Idę. Будем... Да пошел нахуй, ебаный хуй. Будем разговаривать. Я бы вообще нахуй, всеми сошел бы с не, ну а извини нахуй. Меня, прерва 7 минут. Да, красно. Давай мне еще, дай желтую. Потешный паренек, я ебу нахуй. Сука, а чем лысый такие? Там гранат бранкажа и карны, так? Браво! Браво, пане сенджо, браво! Лепей отдай гвиздок по кимначу, бо тут ніц цього нема. Окей, давайте його заебашим нахуй. Ну, ну, якось, ну, блядь, кончено. Адам, давай, Адам! Адам, єстеч там, курва, да? Адам, все вже з півом! Пенальті? Да. О, блядь, пизда нам. За 2 минути как раз 4-1. Там не было пенальті, не было. Ну, а вот, а будет 4-1. Во вратарской? Ногу поднимает на вратаря, на вратаря и сам падает, блядь. Даже если касания нету на вратаря, во вратарской. Ай, да, сейчас наш гол! Не, лучше плачьте, ну его нахуй, такой матч, блядь, это, сука, стыд. Не пяльте сюда, вот туда разберись. Это пиздец, это такой стыд, нахуй, блядь, это ебануться, нахуй. Эй, бедные на жалость так надавили. Я охуею, блядь. Давай пялиться сюда, блядь. Пиздец, это о, блядь, это вот, нахуй. Мальчики, пожалуйста, забейте четвертый, хай будет ничья, чтобы они устрались. Ну, за минуту невозможно, да? Эй, блядь, я им руки жать не буду, это хуйня, не матч, блядь, все, не для травницы, такому дерьму, блядь, дерьму. А кому руку жать надо? А что? Кому-то руки жать? Сейчас. А что, блядь? Еще, две минуты досчитал. Дополнительное время. Спасибо, Адам! На последних минутах ставить такой смешной карм. Ну, я думаю, что дома спеша и хлопцы. Последний гол. Намер! Нам один форсайдер, блядь, не засчитал. Такой нахуй отставил. Адам, ру! Ички такие! Дайте пиво, дайте пиво! На-на-на! Встал на середине поля, блядь! А, вас грамы! Что за вратарь, блядь? Я тоже ж не вратарь. Давай, там, блядь, на балке! Там, блядь, ворот не выходи, ты в центр поля! Давай! Не, хопаки, не, люди разные. Я буду... Сыр, курва! О, курва, я пердол, и поскердал! Курва!
Taki samy gaz, kurwa. Jak sędzia jest wyższy? To już nie ma co wychodzić. Jak jest wyższy, to koniec. Właśnie to zadałem. To jest dobre to po prostu Nikolina. No. I został zawsze. O, o, o. On zebrał od wszystkich łysych. No tak, tak, tak. No, żaden nie potrafi się zrobić. Taylor, kurwa, widzę angielskie. Taylor, kurwa, to nie ma dobrych łysych. Zapłynę chłopca, tam dla się chłopca. Czemu jest tam, kurwa, jogę? No, siadło, że pokończy. Dobra, wybiję ten jeden. A temu uważaj tu. Jeszcze gramy w domu, co? Pójdę, pana!